Друзья, всем привет! Мы запускаем пилотный проект шоу у ВКТУ. Это шоу, которое будет направлено для студентов, на студентов и с участием студентов, и, конечно же, наших сотрудников и преподавателей. Сегодня у нас в выпуске будет два сюжета. Первое — это уже, конечно же, не новый формат. Мы просто взяли готовый формат и его перенесли в наши стены. Это 10 быстрых свиданий, где обычные люди, студенты, могут находить себе пару или хотя бы партнера по интересам. Потом в будущем они будут заниматься чем-то интересным. А вторая часть нашего шоу — это будет интервью с одним из самых популярных преподавателей нашего университета — это Розой Канашевной. Мы изначально провели опрос, выяснили то, что это такой преподаватель, который преподает независимо от специальностей, независимо от языка обучения. Поэтому мы решили взять у нее интервью и узнать что-то интересное о ее жизни. Смотрите сегодняшний выпуск и оценивайте, нужен ли нам такой формат или не нужен. Че там? Ничего. Ты пьешь? Санжар. Дарила. А ты чем интересуешься? Я слушаю рок. В основном. Нет. Все, я жду тебя. Мне просто не нравится твоя внешность. Куришь? Нет. Да? Нет. Веришь в Бога? Наполовину. Я меломан. Какую? Трэп, фонк, панк, рок, все что угодно. Ой. Любимый фильм? Сумерки. Эрик. Сколько тебе? 18. Мне 19. Азиза. Yes. Сколько тебе? 18. Мне 19. Нишинчу курс опсин. Нишинчу. Син, дальше. Екинчу курс. А, екинчу курс. Чем увлекаешься? Привет. Привет. Помимо танцев. Инглик. Инглик. Тренировки там, все дела. Именно пацанские вещи. Волейбол, футбол. Не мой уровень. Она высокая для меня. Любишь ли ты домашних животных? Да. А именно каких? Собачек. Есть вопросы какие-нибудь? Что тебе нравится в парнях? В парнях? Поддержка, забота, внимание. Если я не выйду замуж до 30, я вижу себя, наверное, успешной девушкой. Нажимай на там. Миллион! Я давно танцами занимаешься. Танцами вообще сам занимаюсь с детства. Ходил там на детские кружки, все дела. До 4 класса, по-моему. И потом забросил на... Вот до 10 класса, кажется. Потом начал танцевать там в школах, там 1 сентября, все дела. И вот пришел в универ и здесь начал прям себя показывать. Как в гурмет попал? Можешь, да, такие вопросы? Да. Можно. По идее, довольно-таки смешная история. Я сам по себе застенчивый. Угу. Очень прям. И меня друзья сами звали. Вот Джангир, ты его знаешь, он меня звал. Типа, пошли. Я форму с собой таскал, но не ходил. Угу. 2 недели прошло. И в итоге я все-таки собрал свою волю, свои силы все в кулак и пришел в горный. Подожди, можно я нажму? Все, он делает. Как меня же все возненавидели. Ну, сам нажимаешь на кнопку, я тебя обидела. Привет. Привет. Сколько у тебя было отношений? Серьезных 3. Верю. Женская солидарность, если что. Какая твоя любимая книга? «Над пропастью во ржи». Читала. Читала? Да, но не интересуется всем. Чем, кроме вот талантов, интересуешься? Работаешь? Так, нет, я закончила музыкальную школу, поэтому я увлекаюсь более музыкой. Я играла на фортепиано 6 лет. А потом мне вообще нравится именно мое хобби — это фотографирование. Я без ума люблю вот именно сама фотографироваться на профессиональную камеру. Вот, и редактировать, и все дела. Как-то говорят, многие люди стесняются своей внешности. И я хочу научить людей фотографироваться и фотографировать их, и этим показывать, что все люди прекрасны. Значит, для того, чтобы участвовать в студке, ты отказываешься работать? Да, конечно. Тем более, это у меня не повторится. Я студент не каждый день.
Доброта, говоришь, много ли ты добрых поступков в своей жизни сделал по-настоящему? Пока я недовольна собой. Именно поэтому. В плане доброты? Да. Почему ты так считаешь? Пока не дошла до того уровня, кем я себя вижу. А из какого ты универа тогда? В ГГУ. А, у них же там свои таланты, да, свои институтка. И хотел? Хотел. А почему не пошел? Ну там, короче, сложная история очень какая-то завертелась с одним человеком, а потом, короче, мне говорят, типа, ну может ты не будешь, я такой, может я буду, и мне такие, давай ты не будешь, такие, такой, ладно. Хорошо, вот вопрос. У тебя есть сейчас, ой, ты состоишь ли ты в отношениях сейчас? Нет. Нет? Если бы я состоял, бы я здесь был бы. Ну есть такие. Кажется, глупо какой-то уже получился. Уже не прошло? Долго тебе. Вообще уже 7 минут. Вау! Выиграли! Да? Сколько тебе лет? 16. Мне 19. Какой 16? 3 года. Сколько тебе лет? 19. Сколько тебе лет? 18. Второй раз одним вопросом. Балдеж. Какой у тебя характер? Как ты считаешь? Очень спокойный. Я ко всему спокойно отношусь. Музыку пишу. Музыку пишешь? Да. В каком жанре? Любых. Поп, хип-хоп, рок иногда. Как ты к ЛГБТ относишься? Нейтрально. Даже... Да, нейтрально. Ну, типа, не против. Ты экстраверт, интроверт? Это что? Тебе вообще нравится быть активистом? Да, конечно, нравятся танцы. А тебе? Тебе очень. Угу. Я спросила Айси Масад не раз. Кнопку от другого беру. Я же не хочет. Знала, давай Мим Масад. Все можно, Масад. Давай Мим Масад там. Айт, спасибо. Сек, Мим Масад. А кого? Электроэнергетика. Электроэнергетика? Угу. На МСА? Пойди нормально, да, на это сам. Ну, а ты на кого учишься? Айтишник. Любимое аниме. Наруто. Тоже. Любимый персонаж? Наруто, да? Да. Наруто, наверное... так, Итачи, Обита. Мне кажется, из самых, из этих всех аниме, самый красивый персонаж, это вообще буквы в аниме. А Наруто, на аниме? Ну, типа, нет, самый красивый буквы из всех аниме. Сатору, да? Или магическим питанием? Джо. Вообще, Сатору, ну, Кунайтоту. Год же найдут. Тебе сколько лет? 18 тебя. 18. Мне тоже. Где училась? Я в 16 школе, а ты? Тоже. Тоже? Серьезно? На кого? Сейчас на электроэнергетика, ты? Электроэнергетика. А, я земельный кадастр. Гурмет. Да, я гурмет, а ты? Фитип. Фитип, а привет, познакомься. Не пью. Когда бросил? Вот во время студ весны. А почему? Почему? Захотел. Захотел просто так? Да. Понял, что это мне не надо. И зачем я это делал вообще? Танцы, я хотел сказать, жизнь активиста полностью, не только танцы. Я сам Дамбрис, Джайдарман, КВН и так далее. Но это с 8 до 8 все равно. А у тебя было безграничное количество денег. На что бы ты ее тратил? Купил бы дом, машину. Дал бы семье, наверное, большинство денег. Всякие фонды, пожертвования. Раз у меня бесконечное количество денег, почему нет? Пусту не тратил бы, да? Нет, конечно. Если это бесконечно, то тратил бы и на себя, и на других, и окружающих, на своих близких. Любимое аниме. Наверное, «Тетрадь смерти», «Атака титанов», да. Вот два моих топ просто. Да нет. Но мне нравится с ним коннектиться. Можно продолжать просто? Мы уже 18. Да? Да. Атынкам. Рамадан. Рамазан? Рамадан. Рамадан. Да? Мен қайылым, мен бір арабеск деп атайды. Потому что мен танцевальный группа арабеска билеген. Мен негізі кітап оқимын. Мен больше как киноман. Кинолар. Детектив с фантастикой. Фантастика? Я наоборот фантастика чуть говорю. Есть ли что-то, чем ты можешь гордиться? Жоқ, пойми. Арабеска қатысқанда, Санкт-Петербургта болған. Там мы гран-при выиграли. Новосибирста болдым, гран-при выиграли тоже. Вот этим я могу похвастаться. Кстати, я тебя всегда замечала. Да? Да, из-за этого мне такая новая варум кирес. Интересно. Ты умеешь готовить что-нибудь делать по дому? Да. Умею. Деньги и слава. Или слава. Деньги, слава. Что выбираешь? Сложно. Слава. Ты на гранте? Да. Значит, ты умный, да, я так понимаю?
Нормально. Ну что, мои дорогие, вы образовались как полноценные пары в нашем шоу «10 быстрых свиданий». И сейчас мы с вами находимся на втором туре нашего шоу, нашей программы «Шоу ВКТУ». Итак, все максимально просто. Каждый из вас просто вытянет одну из бумажек. Вот. И на чьей бумажке будет нарисовано сердечко, та пара, соответственно, и получает наш главный приз – это 2 билета в кино. Ну что, вы готовы? Давайте по очереди подходите. Открываем? Нет. А, я тоже. Нет, пока не открывайте. Нет, ты не берешь, она не берет? Я тебе две вытягиваю. Да. Я открываю. Прикинь, она 2 билета выиграет. Пока не открываете, да. Подожди, пока одну выбери. Азамат, вытягивайте, пожалуйста. Азамат, вытягивайте. Ну что, вы готовы? Давайте на счет 3 открывайте свои. 1, 2, 3. Открывайте. Я же говорю, она выиграет. Ну, значит, ваша пара с Азаматом выигрывает. Вы с Азаматом, да, вы выигрываете. Можете, пожалуйста, показать ваше сердечко, что там написано? Вот, ваша пара с Азаматом выигрывает 2 билета в кино. Вам нужно будет подойти ко мне и выбрать тот фильм, который вы хотите. Давайте поаплодируем этим парам. Ну, а остальным парам, давайте листочки, мы пожелаем вам совет да любовь. Самое главное то, что вы познакомились, то, что вы узнали себя друг друга получше. Объединяемся в этот день влюбленных. Всем любви! Спасибо за шоу! Ну что, друзья, а с вами был ваш Купидон Василий Хван, который объединяет сердца наших студентов. Смотрите наше шоу на нашем YouTube-канале. Всех люблю, всем удачи, всем любви, мои дорогие. Чао! Друзья, мы продолжаем наше шоу в ВКТУ. И сегодня у нас в гостях это преподаватель ИКТ Нурсадыкова Роза Канашевна. Многие ее знают, потому что она у многих людей преподает. Мы опрашивали студентов, кого же пригласить к нам на интервью, и ее имя звучало чаще всех, поэтому сегодня в нашей студии, в наших гостях Роза Канашевна. Роза Канашевна, добрый день. Здравствуйте. А как вы думаете, чтобы, допустим, начать какую-то профессию овладевать, нужно ли вообще высшее образование, либо достаточно закончить какие-то курсы программирования и начинать писать приложения и зарабатывать на этом деньги? Ну, знаете, сейчас, вот, допустим, если, допустим, следить, если слушаешь, или там, допустим, по интернете многие там, не получая образование, там, получают какие-то достижения. Но я не могу им запретить, да, это право каждого. Но в то же время я считаю, что высшее образование – это обязательно. По возможности надо это иметь. То есть нельзя зацикливаться, останавливаться на одном. То есть вот я получил, очень хорошо. Ты даже если умеешь программировать, но чем выше, допустим, получил высшее образование, поступил в магистратуру, еще какие-нибудь идеи есть, новые проекты, это же все можно делать. Угу. То есть я так думаю, обязательно надо. Угу. Но то есть каждый сам выбирает. Угу. Ну, я считаю. Ну, допустим, многие студенты сейчас говорят то, что высшее образование, оно уже не актуально, оно уже устарело. И сейчас больше надо прокачивать свои какие-то такие навыки, как критическое, аналитическое мышление. А вот зубрежка, допустим, каких-то правил, которые потом якобы не пригождаются, это не совсем уже тот. Знаете, я немножечко могу поспорить. Почему? Угу. Вот раз я уже давно веду, да, больше 30 лет я веду занятия, у меня были студенты, то есть вы же тоже информатику изучали, у нас mm-hmm. больше было часов на информатику, то есть мы могли дать основу как офисных программ, то есть они очень хорошо умели варьировать Excel, могли базы данных работать очень хорошо. И встречая одного студента, он прибежал и мне говорит: «А вы меня помните?» Я, конечно, уже забыла, как его зовут, но я знала, что он закончил, какую специальность. Он закончил металлургию. И он говорит: «Апай, спасибо большое, вы мне так выручили. Хорошо, что вы нас гоняли
когда мы изучали Excel. То есть я всегда студентам говорю: ребята, вы сейчас обижаетесь, пройдет время, и вы поймете, что это вам нужно. И также, встречая тоже студентку как-то в автобусе, она мне говорит, мне, говорит, мой руководитель спросил, откуда ты знаешь вот навыки информационных технологий? Я, говорит, сказала, если бы у вас преподаватель был розгоражен, то тогда ты этому всему научишься. То есть я считаю, что нужно это все вначале основу знать, потому что многие сейчас считают, как, вот приходит со школы школьник, он знает и то, и это, но не все. Не все студенты одинакового уровня, да, то есть есть, которые действительно сами изучают или чем-то занимались, какими-то участвовали в каких-то проектах. Поэтому я считаю, что основу мы даем, и образование нужно, угу. Если он понимает. Разоконечно, вот вы сказали то, что у вас более 30 лет педагогический опыт, да. Правильно? Как вообще вы решили стать педагогом? Почему вы решили стать педагогом? Нравится вам ли эта профессия? Конечно, нравится, раз я 30 лет работаю. Вначале я начала свой трудовой опыт со стажера. То есть я как все регалии прошла, стажером работала, потом ассистентом, потом преподавателем и старшим преподавателем. То есть я не могу без студентов, можно сказать, да. То есть жизнь без студентов. Даже после отпуска уже начинаешь скучать. Не то, что это вот период пандемии, когда мы работали онлайн, конечно, хотелось бы увидеть их, потому что довести до студента, увидеть их глаза, их реакцию, то есть это совершенно разное. То есть сейчас вот мы работаем с первыми курсами в традиционном формате, это очень хорошо и на них влияет, и на нас. То есть ты уже видишь, кто где что-то недоделал или кто-то что-то недопонимает. А как вам больше нравится, ну вот очно учиться, традиционном, либо дистанционном формате? Нет, традиционно. Традиционно, конечно. А есть ли такие какие-то плюсы в дистанционном формате, которые вам понравились за время преподавания дистанционно? Знаете, если это дистанционно для групп дотников, да, это можно. А для очников, я считаю, нет. Для очников лучше бы традиционно, потому что по крайней мере, тогда дистанционным иногда можешь не так оценить. То есть он может, допустим, так же рассказывать, но в то же время из-за того, что у него интернет зависает или у него проблемы с компьютером, он не может до тебя довести вот это все. А когда он в традиционном формате, мы видим студента, что он сделал, на каком он уровне, где его надо там немножко направить, чтобы он там правильно эту систему. То есть иногда бывает, мы же не видим студентов, когда в онлайн формате. А так мы их всех видим. Со всеми можно работать. Розконечно, вы считаете себя строгим преподавателем? Да. Ну, немножечко уже к этому времени я уже немножко ослабла. Помягче стали, да? Да, потому что у меня мои уже выпускники, которые уже работают, которые имеют хорошие достижения. И вот они всегда говорят: Розконечно, вы, когда у нас вы были намного строже. Вы, говорят, студенты меня понимали с одного взгляда. Есть у вас какие-то запоминающиеся вот моменты, может быть, какие-то курьезные случаи за время преподавания? Может быть, какой-нибудь там студент какую-нибудь фишку выкинул или еще прочее? Не знаете, вот особо сказать курьезных не могу, но были случаи, что старшаки, они первокурсников пугают мной. То есть они говорят, кто у вас ведет информатику? Или там, Роза, конечно, ну все, ты не получишь у нее. То есть просто так, просто так не проскочишь, как бы. Ну и преподаватель рассказывала, говорит, я, говорит, открываю дверь, а там кто-то проходит и спрашивает у них, кто у вас преподаватель? Они говорят, ну вот Роза Канашевна там. Все, вы уже все можете уже как бы прощать. Но я не скажу, что я слишком строгая. Я требовательная. Мне нужны, чтобы мои студенты, и даже будущие, они были, чтобы у них должно быть знание. Это будущее нашей как бы, республики, это будущее, вообще будущее нас. Ориентируйтесь на наших студентов.
Как вы относитесь к активистам, которые участвуют в талантах первокурсников в студенческой весне? Я всегда говорю, надо совмещать приятно с полезным. Я всегда ставлю пример, что был у меня один студент, который ездил за рубеж, там, участвовал на разных мероприятиях, но он всегда, до того, как он уезжал, он приходил, все работы сдавал. Угу. Были у меня активисты, которые, допустим, в студвесне там талантах участвовали, но они, допустим, в чешках прибегали со своими ноутбуками, мы их без очереди пропускали, чтобы они могли сдать. Не просто принять, они сдают. Но почему-то сейчас, как бы они считают, вот сейчас мы, вот если мы будем участвовать, то значит нам какое-то привилегия. Я всегда говорю, надо приятно с полезным совмещать. Надо все вовремя успевать делать. Тогда они и в жизни все будут успевать. А если так, то... Ну, я поддерживаю. Отлично. А студенты часто вам предлагают решить проблемы с рейтингом? Возможно, взятки вам какие-то предлагают? Нет, знаете. Они знают, что я могу их сразу поставить на место. То есть разговор короткий. И поэтому они как бы даже не подходят, не намекают, не говорят, не просят. Ну, просить-то они просят. Они говорят, поставьте мне 50 баллов, я в следующий рейтинг буду учиться. То есть такие просьбы есть. Но я всегда говорю, а ты мне издай эти работы, тогда ты получишь свои 50 баллов. Окей, хорошо. Как, по вашему мнению, вот есть же студенты, которые поступили на специальность, и вот вы прям видите то, что ну это не их, вот они не тянутся. Как вы с ними поступаете? Как-то их, может быть, перенаправляете? Как-то? Ну, знаете, я же как еще куратор. У меня тоже, вот, допустим, сейчас третьи курсы есть. Я всегда говорю, ну зачем ты выбрала эту специальность? Ну уже третий, четвертый курс, это бесполезно. Пусть он хоть заканчивает, получит образование. Но на первом курсе я всегда говорю, если это не твое, то ты меняй специальность. Но настаивать я не настаиваю. Бывают случаи, допустим, он на первом курсе, может быть, у него ничего еще не открывает, но он на втором курсе, он уже показывает, что он может, как бы ему интересно. Что вы посоветуете вот нынешним поступающим в университет и действующим абитуриентам, которые сейчас вот решают, куда же им поступить? Наш университет – это тот вуз, который дает очень хорошее знание. То есть это уже 100%. И никто меня в этом переубедить не может. Потому что, вот, допустим, лучше первое образование получить рядом, уже когда вы уже научитесь, уже когда он уже понимает, что ему нужно, то после этого только можно там, допустим, магистратура. Вот он захотел там, допустим, за рубежом, или там захотел там в Алмате, в Астане, пожалуйста. А то у нас абитуриенты приходят не с целью получить образование, а просто, чтобы подальше от родителей и как бы сами себе предоставлены. Были несколько случаев, очень много случаев, когда у нашей абитуриенты уезжают, а потом после первого семестра или после первого курса возвращаются и поступают в наш вуз. Я всегда говорю, лучше учиться здесь, мы даем не хуже, даже лучше. То есть мы сравниваем со студентами, как мы требуем с наших студентов. И поэтому я считаю, что тот студент, кто, вот, допустим, конечно, те, которые по проекту, они несколько лет работают, да, но те, которые просто вот набрали баллы и не знают себя, куда. То есть прежде чем, чтобы поступить куда-то, нужно целесообразно выбрать. То есть надо смотреть не где ты будешь, а надо с какой специальности, куда я в будущем пойду, что я получу, какие знания получу. Так, ну что, в завершении нашего интервью, мне кажется, оно получается у нас все-таки интересным, очень информативным. Я вам задам три блиц-вопроса. Первый. Лучшая книга, на ваш взгляд, которую вы прочитали в жизни, которая, вот, возможно, даже перевернула ваше мышление. То есть первая книга это была «Как закалялась сталь». Преподаватель по литературе сказала, что у тебя очень хорошо написано. Это была «Война и мир». «Война и мир». Да. Спасибо. Так, следующий вопрос.
А на что вы готовы потратить свои последние деньги? Прям сегодня или вообще? Вот прямо вот сейчас у вас остались последние деньги, на что бы вы их потратили? На что бы я потратила? На что-то вкусненькое. Хорошо, спасибо. И третий вопрос, финальный. Если бы вы не стали преподавателем, то кем? Иногда мне говорят, ты, наверное, была рождена. Я просто с детства занималась вот общественной работой. Это все как бы, наверное, во мне было как бы заложено, наверное, с детства. То есть... Так вы активист, получается, с детства? Да. Угу. Я и в школе была, и в институте была общественницей. То есть все время. Угу. Но сейчас из-за возраста немножко. Ну и то мы кураторы, как бы ни одного курса. Проводим всякие мероприятия. Я даже не знаю, не могу представить, кем бы я тогда была, если не преподавателем. Ну, наверное, инженером какой-нибудь специальности. Ну, инженером, наверное. Угу. Прекрасно. Ну что, я задал все вопросы, которые меня интересовали. Надеюсь, у нас получилось очень интересное интервью. Сейчас мы его смонтируем, посмотрим. Ну, друзья, а с нами был старший преподаватель ВКТУ имени Дмитрия Церекбаева Роза Канашевна. Вот, так что, надеемся, мы немножечко раскрыли личность, вам была полезна информация. Так что, ну а студентам, что мы пожелаем студентам? Самое главное – здоровье, стремление, достижение. И не забывать наш вуз, наших преподавателей и хорошего будущего студентам. Угу. Успехов везде, во всем. Все, отлично, спасибо большое. Ну что, друзья, вы посмотрели пилотный выпуск нашего шоу под названием «Шоу ВКТУ». Все предельно просто, все максимально лаконично. Поэтому пишите в комментариях, как вам выпуск понравился, зашел вам формат или не зашел. Что-то интересное, может быть, добавить, может быть, что-то убрать. Нам очень важно ваше мнение. И пишите, нужен ли вам вообще такой формат. Если нужен, тогда мы будем снимать.